Так, посмотрим сейчас птенцов. От красноголовой пар. Вот маманя. Вот папаня. В предыдущем выводке у них было 6 птенцов. А сейчас у них там 8 штук. Вот домики. В левом желтенькие, в правом красные. Так, вылупились они 15 февраля. Сегодня у нас 28. Сколько им получается? 8, 5, 13 дней. Сейчас посмотрим. Домик. Сейчас открою. Вот это чудо-юдо. 8 штук. Здоровенькие уже. Хорошо, что скворечник у них большой. Вот сейчас шуганем, посмотрим. Ну, какие кабанчики. Вообще классно, пар столько птенцов дает. Просто тут детский сад. Все, 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 сейчас вам прилетят покорм. Вот от этой пары есть самечек, он красный, уже почти долинял. Вот он рядом с папашей сидит. Это из какого? Из 6 птенцов у меня вот этот остался. Да, вот этот. И все. Что? Остальных забрали. Это с предыдущих. Это вот пара готова. Оранжевого. Это я менялся мне. Даже тоже парочку вот посадил вместе. Посмотрим, что получится. Молоденькая пара. А эти уже мне давали птицу. Крик, виск. Эти сегодня у меня вылетели желтенькие. Там еще 2 штучки сидят. Еще классненькие, необычные. Это такой пошустрее уже, что-то там тыкал клювом. Многодетный папаша, другой желтый и молодой. Нет,
Молодой самичек тоже. Все никак не перевернул. Самочка красненькая. Цыпленок сидит